Новый филиал клиники МРТ-эксперт открылся в Южно-Сахалинске. Современный центр магнитно-резонансной томографии заменит два старых, которые появились на острове в 2011 и в 2015 году. Создание современного и комфортного медучреждения в областной столице компания «Эксперт» инвестировала 200 миллионов рублей. Новый медицинский центр МРТ-эксперт открыли в торжественной обстановке. И это действительно праздник. Теперь жители региона смогут получать квалифицированную помощь в учреждении международного масштаба. За 17 лет существования компании ее филиалы открылись в 46 городах России, а также в Армении и Узбекистане. Мы федеральная сеть, мы можем обеспечить работу 24/7, поскольку все-таки это цифровая передача сигнала. И наша возможность, она заключается в том, что всего в группе работает почти 350 врачей-рентгенологов, которые в любой момент доступны для того, чтобы оказывать расшифровку снимков, которые мы здесь производим. В медицинском центре клиентам предоставляют все виды магнитно-резонансной томографии. Также тесное сотрудничество тут ведут с лорами и офтальмологами. А в компьютерную систему интегрированы элементы искусственного интеллекта. У нас большое количество обучений для врачей. Каждый из наших врачей проходит обучение обязательно. У нас есть услуга «Второе мнение» и возможность собрать консилиума. Мы не зря говорим, у нас есть лозунг «МРТ с гарантией». Действительно, качество описаний мы гарантируем современный уровень, практически мировой. Пройти обследование в МРТ-эксперт можно как и в частном порядке по установленному прайсу, так и по различным видам страховки – ДМС или ОМС. Направление выпишет лечащий врач. Еще в нашем центре проводятся уникальные исследования. Это МРТ плечевого сплетения, МРТ всего тела, МРТ молочных желез, височно-нижнечелюстных суставов. Новый филиал находится в центре города по адресу улица Горького, 38. Клиентов тут ждут ежедневно с 7 утра до 11 вечера. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте учреждения. Аделина Леонова, Алексей Нестеров, Дмитрий Прокошкин. Солнце ТВ.